Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Дачную амнистию в России продлили на 2 года. Законопроект, сохраняющий упрощенный порядок регистрации жилых строений на земельных участках до 1 марта 2020 года, приняла сразу в 2 чтениях Госдума. В окончательном чтении документ рассмотрят сегодня, 22 февраля. Автор инициативы Павел Крашенинников объясняет продление сроков тем, что упрощенной процедурой оформления своих дач и участков не успели воспользоваться около 1 миллиона россиян. Всего же за 10 лет в рамках дачной амнистии было оформлено более 3,5 миллионов объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 миллионов земельных участков. Напомню, дачная амнистия позволяет регистрировать частные дома на землях населенных пунктов без разрешения на ввод в эксплуатацию. Дайджест недвижимости. В Кирове назвали самых обязательных плательщиков за электроэнергию. Список добросовестных управляющих компаний представил филиал «Энергосбыт Плюс». В тройку самых дисциплинированных вошли ИТС «Комфорт», управление недвижимостью и домами и управляющая компания «Азбука Быта». У отличников нет долгов за поставленные ресурсы. Ранее энергетики опубликовали черный список должников за свет и тепло среди управляющих компаний, ТСЖ и жилищных кооперативов. В лидерах антирейтинга управляющие компании Октябрьского и Ленинского районов, УЖХ и Горжилкомплекс. Общая задолженность управляющих и обслуживающих организаций только за тепло на январь этого года превысила 2 миллиарда рублей. Дайджест недвижимости. Более 28 миллионов рублей задолжали за коммунальные услуги выпускники детских домов. Плату просрочили дети-сироты, получившие жилые помещения по договору спецнайма на 5 лет. Согласно жилищному кодексу, они обязаны оплачивать коммуналку. Однако меры воздействия к таким неплательщикам федеральным законодательством не предусмотрены. Сейчас разрабатываются механизмы решения проблемы на местном уровне. Во-первых, для детей-сирот создадут памятки, в которых укажут обязанность погашать платежки. Во-вторых, займутся вопросом их трудоустройства. Кроме того, предлагается не передавать жилье сирот-должников в соцфонд, продлевая договор спецнайма еще на 5 лет. Возможность получения жилья по месту учебы и работы также поможет снизить задолженность, уверены в соцблоке регионального правительства. Ранее выпускники детских домов получали жилплощадь по месту изъятия из семьи. Часто ей не пользовались, поскольку жили в другом населенном пункте, а долги накапливались. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.